Актриса Ирина Пегова худела не от любви, как принято, а вовсе даже наоборот. Лишние килограммы она скинула после развода. В 2011 году Ирина Пегова развелась с мужем, с актером Дмитрием Орловым. Многие женщины после такого стремятся изменить свою жизнь, а начинают, как правило, с внешности. Ира так и поступила. Превратиться из пышки в девушку песочные часы поди попробуй. Надо сказать, что успеха в этой нелегкой борьбе Пегова добилась не сразу. Худеть ей было трудно. Какие только диеты не перепробовала, ничего не помогало. Тогда-то актриса и решила, хватит самодеятельности. И пошла сразу и к фитнес-тренеру, и к физиотерапевту, и к диетологу. Чтобы удержать вес, Пегова занимается спортом и правильно питается. Фрукты, овощи и, главное, никакого мяса. Это